предложение только сегодняшнего дня. Сандалии мужские, Гилерт. Друзья, впереди самый жаркий сезон и пик лета. Об этом помнят все, и в том числе мужчины. Позаботимся о комфорте и приятных ощущениях ног вашего любимого мужчины. Впервые в качестве главного предложения только одного дня. Сандалии. Цена только сегодня. Друзья, давайте посмотрим на Василия. Василий, привет! Тебе нравится самая выгодная покупка? Да, ему нравится. Итак, главное предложение только сегодняшнего дня. Самое выгодное решение для ваших ножек. Это я к вам обращаюсь, дорогие наши любимые мужчины. Это самая выгодная покупка только одного дня, вернее, только одного часа. Впереди самый жаркий сезон и пик лета. Вы же все это помните. Позаботимся о комфорте и приятных ощущениях ног вашего мужчины. Впервые на телеканале Шоп-н-Шоу главное предложение дня из мужской коллекции. Цена только сегодня на летние мужские сандалии. Светлана Гарова подобрала для вас эти сандали. Светочка знает, как никто другой, как подарить самые приятные ощущения не только женщинам, но и мужчинам. Но и мужчинам, да. Когда мы выбираем обувь, Светочка знает, как выбрать ее правильно. Свет, скажи, пожалуйста, вот мужчины все-таки это особенные создания, они у нас очень капризные, то там жмет, то здесь не так. Вот как подобрать для них дистанционно идеально обувь? Вот так вот и подбираем. Супермягкие, открытые трекинг-сандалии. Ваш мужчина чувствует себя как в чешках. Ощущение максимального комфорта подарит здоровье ногам в жару, благодарит вас вся всякий раз, когда будет их надевать. Угу. Очень хорошо, что материал неопрен, который у нас внутри, да, это подкладка, легкий, отлично держит форму и быстро высыхает. Ну и, конечно же, максимально эластичная подошва. Вы только посмотрите, насколько она будет мягка и насколько хорошо она будет повторять параметры движения, когда ваш мужчина будет надевать эту приятную пару обуви. Кстати, здесь еще очень удобно, потому что есть вот такой пяточный ремень, который позволит зафиксировать их на ножках. А что касаемо вот как выбрать правильно, то здесь мы выбираем с 40 по 45 размер в размер. Ну так, отлично. Угу. Итак, давайте посмотрим на цвета. На мой взгляд, все цвета будут идеально сочетаться с любыми элементами гардероба, да. Но ты, если что, подскажешь. Итак, бежевый цвет. Да. Вот сейчас вы на экране так, видите. Вот угу. Все размеры от 40 до 45 пока еще дожидаются вашего звонка. Темно-бежевый, посмотрите, да, вот на контрасте. Есть небольшое отличие. Бежевый, да, да. И вот. Темно-бежевый. Нет, это бежево-серый. Серый, да, бежевый. Дальше, темно-бежевый. Дальше, серый с бежевым. Да, вот он. Идем дальше, друзья. Серый цвет. Вы видите на экране, да? Серо-голубой. Ой, такой необычный оттенок. Я красивый, уже джинсовый джинсы. Прям, да. У меня муж очень часто надевает джинсы, поэтому для него именно такой цвет прям бесподобно будет смотреться его образом. Вот синий цвет королей. Короли наши, звоните и заказывайте синий оттенок. И черный, это классика, подо все подходящий. 1999 рублей. Цена действует только сегодня. Максимальная экономия для вас, любимые мужчины. Давайте еще раз напомним, как выбрать правильный размер. Олечка, правильно выбирать для себя размер в размер. Что касаемо полноты, мы сразу видим, что она у нас увеличенная. Восьмая, посмотрите, как комфортно они сидят, ну, в данном случае, на ноге нашего Василия. Я думаю, что он испытывает огромный восторг. Ну, конечно, вон, восторженный Василий, посмотрите на него. Знаешь, вот у меня, у мужа действительно вот бывает проблема с подбором обуви на лето. Когда мы с ним ездим куда-нибудь отдыхать, в шлепках ему комфортно, да, носки снимаем, шлепки, да. Но это только пляжная история. Да. Когда мы с ним идем, например, на экскурсию, он надевает уже закрытую обувь, потому что говорит, ну как с открытыми пальцами, ну да. Я же не пойду на экскурсию, это и неприлично, и неудобно. Ну, во-первых, сандалии, да, несут такую двойную нагрузку. Во-первых, если вдруг у вас какая-то деформация ножки, да, либо какая-то деформация ногтевой пластины, прекрасно будут завуалированы ваши пальчики. Это первая, да, такая функциональная нагрузка. Ну, а вторая, конечно же, защитная, потому что действительно, если вы отправляете куда-то на прогулку, либо в поход, либо какие-то долгие передвижения вас ожидают, то вы можете повредить свою ножку. А вот эта конструкция, да, полуоткрытая, полузакрытая, будет позволять дышать ноге, ну и ее прекрасно защищать. Ну вот, и Аркадий тоже гуляет, да. Смотрите, вот, ему нравится. Раз, да. Вы знаете, иногда мужчины стесняются без носков что-нибудь там надевать, да, какие-нибудь открытые сандали, а здесь все закрыто. И в то же время продуваемо. Стильная мужская коллекция за 1999 рублей. Звоните и заказывайте.
А, кстати, при оплате банковской картой будет действовать дополнительная 5% скидка. И цена уже будет 1899 рублей. Успейте заказать. Только единственный час мужской коллекции для вас по самой выгодной цене. Слушай, ну знаешь, вот когда выбираешь для себя сандалии, особенно для своего мужчины, хочется такое практичное вложение, чтобы долго носил и ничего не стиралось. Знаешь, вот прям, чтобы на века, как говорится. Как долго мы будем надевать такие сандалии? Смотри, они внутри у нас выполнены из специального материала, называемый неопрен. Наверняка ты такой слышал. Он прекрасно справляется с гигроскопичными такими условиями, да, то есть он прекрасно впитывает влагу, он позволяет вашей ножке дышать. Ну и еще, что хорошо, что он не растягивается. То есть благодаря как раз таки этому материалу эти сандали будут всегда вот такой потрясающей красивой форме. То есть они не растянутся. Это очень важно. Ну и еще хочется сказать, что, конечно же, неопрен, он добавляет определенной мягкости. То есть вы будете чувствовать себя максимально комфортно и уютно в этих босоножках, потому что ваша ножка будет вот обнимать, да, вот эта вот приятная вот конструкция. Никаких мозолей. Да. Кстати, многие забирают по две пары. Вы большие молодцы. Синий и бежевый цвет самые популярные оттенки. Если они вам понравились, скорее торопитесь, звоните и заказывайте. У нас есть отзывы от вас, давайте их зачитаем. Они всегда помогают нашим новым покупателям сориентироваться с заказом, да, и сделать свой первый выбор. Инна Михайлова из Перми нам пишет: здравствуйте, как раз искала что-то для сына в поездку, синие очень понравились, себе очень много заказываю, да, у вас, уже даже не помню, когда в последний раз что-то в обычном магазине покупала. Конечно, один раз откройте для себя телеканал Шопеншоу, больше ни в какие магазины заходить не будете, ведь это очень легко, делать дистанционные покупки с телеканалом Шопеншоу, и все наши позиции, которые мы предлагаем на телеканале Шопеншоу, они ориентированы на дистанционную покупку. Знаешь, вот про мужчин хочу добавить. Меня очень много мужчин окружает. Это я сейчас поясню, а то вдруг муж смотрит, скажет: так, я не понял. Это муж, это два сына, ну то есть у меня уже три мужика дома, да? Это мой брат, это мой папа. Одни мужчины вокруг меня, я их всех уже изучила досконально, они все одинаковые. Все капризные жутко. Если вдруг новая обувь, которую чаще всего мы сами для мужчин покупаем, да, они сами по магазинам не ходят, и если где-то натирает что-то, да, вот это, они в жизни не будут заклеивать мозоли. Они просто скажут: я это надевать не буду, мне это неудобно. Одного сразу достаточно. Да? Да, это действительно так и есть. Многие мужчины не могут выбирать для себя обувь, поэтому мы о них заботимся. И смотрите, для того, чтобы эти сандали сидели на вас великолепно, здесь у нас есть специальная конструкция. Это застежка велькро в пяточной части, которая обеспечит прекрасную фиксацию. Итак, посмотрите, какая палитра цветов удобных сандалей, которые никогда ничего не натрут. Бежевый, дальше, темно-бежевый. Серо-бежевый. Серый с бежевым. Серый, просто серым, с голубинкой. Да, такой красивый. Приятно. А, серо-голубой сейчас вы видите на экране, да? Синий и черный. Вот на секундочку посмотрите. Давайте сюда прям вместе потрогаем. Чувствуете, как все мягко? Вы представляете, как будет комфортно вашему мужчине? Они никогда злиться не будут, всегда будут в хорошем настроении и всегда будут говорить: вот жена моя молодец, самая лучшая для меня подобрала. Она меня очень сильно любит.